Привет, друзья! Всем большой привет! Меня зовут Ринат, мой YouTube-канал называется Ринат Таиланд, потому что вещаю я из Таиланда. Ну что, друзья, мое путешествие начинается, я абсолютно в предвкушении, я подготовился к нему заранее абсолютно по всем вопросам, поэтому начинается оно с аэропорта Дон Муанг, откуда я отправился до провинции Суратани. Там меня ждали трансферы, которые я организовал, конечно же, заранее, а именно трансфер из аэропорта до пирса автобус и далее с пирса непосредственно до острова лодку. Поэтому я эту информацию отпущу, оставлю все в описании, информация, ссылки, все, чтобы вам было максимально удобно и комфортно сделать свое путешествие ярким, красочным и незабываемым. А мое путешествие начинается прямо сейчас. Ребят, я вам сейчас покажу мой отель. Мало того, что он потрясающе расположен, абсолютно на пешей улице. Пойдешь вправо, весело, классно, хорошо. Пойдешь влево, весело, классно, хорошо. Но я вам буду все это обязательно показывать. Вот мой отель, называется он Blue Tao Beach Hotel. Смотрите сюда, вот здесь вот есть и кофейня, и шикарный кофе, и ресторан, и все-все-все. Атмосфера просто восхитительная. Он маленький, уютненький, но просто очаровательнейший. Вот, посмотрите, какая кухня. И я вам сейчас покажу мой номерок. Вариха, вариха. Дело в том, что я ушел уже один раз без ключей, у меня захлопнулась дверь. Вот, и я бегал через песок еще раз. Ну, коридорчик, конечно, ну, просто коридор. Обычненько. Ну, вот мы попадаем в мой номер. Теперь я вооружен, я с ключами. И смогу вам все это продемонстрировать. Yes. В общем, номер небольшой. Но вы знаете, это типа еще большой в этом отеле. Потому что вот второй этаж, там номера точно 25 квадратов. Здесь я напишу, сколько квадратов, я не помню. Вот такой вот уютненький маленький номерок. Чистенький, аккуратненький. Ну, обычный, скромный, что говорить. Но тем не менее, а что еще надо? Что еще надо? Вот такой вот туалет, все чистенько, аккуратненько и супер маленькое все. Вот такой вот гардероб, ну немножко захламили, конечно, только приехали, но тем не менее. Вот, есть всякое такое необходимое. Это мы в Севене уже все прикупили, все как надо, потому что летели на самолете и поэтому не брали с собой. Есть, конечно же, мини-бар, сейф. Ну и, наверное, фишечка, то, что очень-очень удобненько, друзья, потому что, смотрите, и вот такая вот у меня своя территория для отдыха. Здесь вот есть выход, есть сушка, вот здесь можно сидеть, отдыхать. О боже, кто поставил декорации, но это все не настоящее. И вот такой вот потрясающий, один из самых тусовочных пляжей. Народу много, и лодки приплывают, и люди гуляют, и рестораны, и бары, и здесь же дискотека ночью. Вот наша территория, мы здесь вчера сидели, ужинали просто невероятно, и потом до двух ночи вот здесь вот лежали. В 2 часа ночи выключается музыка, и все становится тихо и спокойно, потому что сначала, когда мы приехали в отель, заселились, я смотрю, а у нас, друзья, в ассортименте беруши. А кто сказал, что они нам здесь будут нужны? Здесь мы будем отдыхать так, как диктует этот остров. А остров Ко Тао невероятно веселый, друзья, невероятно веселый. Вот такой отель называется Blue Tao. Номер, конечно же, не очень дешевый, 5000, потому что это с видом на море, это с выходом к морю. И довольно-таки здесь мало подобных отелей, потому что здесь, конечно же, с видом, но ресторанчики, массажные салоны, всевозможные заведения. Именно отельчиков, конечно, мало. Поэтому вид на море стоит денег. Но, тем не менее,
невероятно, невероятно. А вот если вы купите на втором этаже, вы купите чуть подешевле номера, но они поменьше, 25 квадратов. Поэтому выбирать очень легко. Если 25 квадратов, это только второй этаж, то есть балкон. А если метраж побольше, значит только первый этаж, потому что их всего лишь 5 номеров, и стоят они примерно 5000 бат, друзья, примерно 5000 бат. Ребятки, здесь, конечно, очень много дайвинга и снорклинга, потому что этот остров этим очень славится. Соответственно, вот такие вот дайвинг-центры, эта услуга очень здесь популярна. Если вы это любите, вас привезут именно туда, где красиво, где вы увидите рыбок и так далее, так далее. Это немножечко, ну, я немножечко не умею такое снимать. У меня нет таких условий и возможностей, и опыта. Но я покажу вам, наверное, красивые кадры. Вот я пришел к ребятам, они мне... дадут красивые кадры. Если дадут, я обязательно вам покажу, какой здесь подводный мир. Hello, my friend. Вот это, друзья, гамак, это вообще, конечно, отдельная невероятность и чудо этого отеля. Я здесь лежу и днем, когда загораю, и вечером, когда люди гуляют, слушаю, как звучит вода. Это абсолютно невероятно, это очень-очень классно, очень комфортно. Вот за это я особенно полюбил этот отель, за такую комфортность, за такой чил. И такие вот прекрасные ребятки вокруг. Не скучно, абсолютно. Ребятки, представляете, здесь на острове, на Котау, есть кабаре-шоу. Мы вот сейчас пойдем опять снова туда, потому что мы вчера ходили, это просто невероятно весело. Это просто парадокс. И Паттайя, и Бангкок, вообще все заведения абсолютно отдыхают. Это обычный амбар, наверное, полудеревянный, я чуть не помню. Обычный амбар, я не знаю, в нем, наверное, человек 500 или больше европейской молодежи. И это очень весело. Сначала началось шоу, артистки были на потанцовке, просто ужас. Одна страшнее другой, костюмы мега-мега-мега бедные, и люди начали смеяться. Я так посмотрел и думаю, ну здесь, конечно, не может быть нормального шоу, и люди над этим ходят и стебутся, ну как бы, ну потому что оно позорное. Но вы не представляете, что было дальше. С каждым номером шоу становилось все интереснее, интереснее, активнее, активнее, артистки появлялись красивее, красивее. И вот эта вот толпа абсолютно европейская молодежи, оторванная, классная, позитивная, поют, танцуют, обнимаются. Это был какой-то просто амбар счастья. Мне очень понравилось. Вот у меня подружка, оказывается, из Израиля, соседка Рая. Вот, они тоже сказали, пойдут туда, потому что сказали, что ничего веселее никогда в жизни не видели, чем кабаре-шоу Queens. Queens, королевы, далеко с названием не ходили. Оплачиваешь вход 200 бат, тебе дают еще купон на один напиток, и все. А потом, если хочешь, заказываешь напитки. Вот, шоу начинается в 9:30 и заканчивается, ну, два таких вот мощных отделения, не знаю, часа полтора-два программа, наверное, идет. В общем, мы сегодня обязательно туда зайдем еще раз. Я вам обязательно сейчас все покажу.
люди похожи на индусов. Местные люди очень похожи на индусов. А туристы в большей степени европейки, девочки. Вот, а девчонки, знаете, какие смешные. Как будто бы Бритни Спирс приехала отрываться. А, они напиваются очень быстро, эти девчонки. Они быстро очень пьяные и становятся такие распущенные. Но они еще ничего не умеют. Они очень смешно в этом выглядят, неорганично. Я же говорю, как будто Бритни разошлась. Ой, анекдоты нет, сколько я сегодня таких девок наблюдал. Ой, вот этот вот магазинчик с мороженым, такое вкусное мороженое, просто супер. Я вчера уже покупал, очередь стоял, друзья, тут прямо очередь сюда. Вчера человек 8-9 передо мной было, сегодня чуть-чуть поменьше. И вот люди прям приходят сюда поесть мороженое. Никогда, друзья, не видел более успешного кафе-мороженого в Таиланде. Супер классно посещается. Очень вкусное мороженое. Вот у меня тоже. Студенческая мороженка. И остров тоже студенческий. Ой, к нам гостей привезли. Смотрите, к нам привозят туристов посмотреть, как можно жить красиво и богато. Вот, экскурсия. Каждый платит 200 бат, 50 бат идет нам в казну. Вот мы решили так устроиться, подработать, почему нет. Конечно, есть определенный дискомфорт, но тем не менее с этим можно справиться. Друзья, кстати, наша арея называется Сайри Бич, Сайри Пляж. Вот я нахожусь именно здесь, заселился именно здесь, на Сайри Бич. Фантастическая погодка, люди гуляют, наслаждаются. Мне очень повезло, конечно, с локацией, ребята, здесь шаг направо, веселье, тусовки, прогулки, все, что нужно купить, все, что хочется. Шаг влево, там кабаре-шоу, тоже тусовка, улицы баров, ресторанов, все, что вашей душе угодно. Абсолютно шикарная локация и очень классный отель. Как красиво, видите, какая атмосфера роскошная. Греческая таверна. Прям рекомендую, друзья, этот отельчик. Единственное, что номерочки маленькие. Больших номеров, к сожалению, нет. Красота, уют, романтика. Сейчас я вам покажу, как отель выглядит со стороны. Вот он. Это ресторан, второй этаж — это номера. Вот на первом этаже наши номера вместе с этими гамаками, сетками. На втором этаже номерочки маленькие. На первом всего лишь 5 номеров. Восхитительная вода. Никуда не надо ехать, никуда не надо плыть, если не хочется. Выходите из номера и посмотрите, какая роскошь. Абсолютно огромная набережная. Пойдешь вправо, пойдешь влево, куда хочешь. Берем байк в аренду, потому что хотим прокатиться по острову. Остров все-таки не пеший, 23 километра, но очень хочется увидеть немножко больше. А? Да, я тебя умоляю.
Hello, what do you have? Ребятки, мы где взяли байк, там нам и порекомендовали приехать на Freedom Beach. Тут, говорят, и пляж красивый, и виды красивые. Вот, вход 50 бат с человека. Вот хотим посмотреть, как здесь. Все так классно оборудовано. Посмотрите, здесь же и душ уже есть, сразу же вижу. Ресторан. Красота. А вода, друзья, как на озере Тургаяк, вообще не колышется, вообще нет волн, тихо-притихо. Друзья, остров девчонок, студенток и их подружек из колледжа. Однозначно, однозначно. Остров молодежный, только европейская молодежь. Но я считаю, что 60% девчонок и 35-40% парней. Девчонок значительно больше. Смотрите как. 40% девчонок, 30% парней и 30% молодых пар. Вот так вот, я думаю. Ну что, ребятки, время кардио. Мы идем посмотреть смотровую. А кто сказал, что опять нам будет легко? Красиво не могу, но, блин, трудный путь. Очень сложный, имейте в виду. Hi. Not easy. Not so easy, but it's nice. It's okay. Ребятки, и когда вы преодолели путь, это вот стена кастинг, контроль веса. Если не проходите, все, идем обратно, идем вверх-вниз до тех пор, пока не пройдем, а мы на финальной точке. Ребятки, в общем, очень достойная локация, можно прям весь день провести. 50 бат всего лишь стоит вход. Здесь Freedom Beach, здесь же смотровая и здесь же еще вот Tatoh Beach. Вот, место очень классное, оборудованное, есть еда, есть туалет, все чисто, комфортно. Всего лишь 50 бат, очень классная локация, обязательно приезжайте. Красота. А мы приехали в секрет-бар. Посмотрите, как люди живут. Это местные. What do you have? Банс, мой мак. Вот так вот местные живут здесь, представляете? С таким видом на миллион долларов. И мы так высоко, поэтому видите, да, какое свечение, друзья? Что это за вообще за невообразимая красота?
что это вообще происходит здесь. Вы видите, как светится. Все озарено абсолютно. Друзья, смотрите, какая классная тема. Вот это вот люди, которые заказали, что-нибудь заказали. Вот он, Денис. This is, you see? Yes, it's him, you see? It's him. He's here, go make you order. И вот, короче говоря, чтобы он смог найти людей по фото. Окей. Вот, чтобы найти клиентов, у него вот такая вот база данных. И когда заказ готов, он уже смотрит, ищет людей и приносит заказ. Круто, невероятно, просто невероятно. Я практически с корабля на бал, я был на Коли Пэс, ездил ненадолго домой и прилетели вот сюда. Поэтому в этом году загаром мне не занимать. В этом году, конечно, я позагорал от души. Практически 2 недели фантастического отдыха, ну и, конечно же, много контента, много красоты. А вы знаете, когда вот едешь куда-нибудь в такую красоту, контент не надо выдавливать из пальца, потому что все вокруг вас, оно радует, а все, что окружает, оно удивляет. Это хочется снимать, это, конечно же, хочется показывать. Такие видео, наверное, вы думаете, что, конечно, труд, вы мне пишете, спасибо огромное. Но, наверное, такие видео даются довольно легко, потому что вокруг просто все радует глаз, все хочется снять. Я отдыхаю неделю и снимаю тогда, когда чувствую, когда ситуация классная, когда картинка красивая, когда люди интересные, какое-то наблюдение невероятное или важная информация. Я не пошел специально по жаре, потеть изнурительно, а потом выпрашивать у вас лайки, комментарии. Я ничего этого не делаю, я все делаю от души. Как чувствую, так и делаю. Когда хочу, так и делаю. Живу легко и напрягаюсь, и вам тоже советую так делать, потому что можно достигать любого, все, что вы захотите. Можно иметь любые достижения, не напрягаясь, делая это легко. Самое главное, от души, чтобы вам нравилось. Вот если вам нравился процесс, конечно же, вам понравится и результат. Процесс – это именно наслаждение. Вот для меня путешествовать – это наслаждение. Поэтому не думайте, что я устаю, как собака, потом проклинаю все эти острова, вы посмотрите, отдохнете, а я тут работал, как раб на галерах. Нет, ребяточки, я также отдыхал, вкусно ел,
купал, наслаждался, общался с людьми. Здесь я провел свое время незабываемо. Я сейчас ничего не отсматриваю, никогда ничего не отсматриваю. Я даже не знаю, где было красиво, где было некрасиво. Солнце же светит, плохо видно. Где я выглядел нормально, ничего не важно. А вот когда перейду домой, я посмотрю со стороны, как это было. И уже на фоне своих эмоций, на фоне своих впечатлений я совмещаю эти кадры, совмещаю картинку, делаю музыку. Я даже музыку не готовлю, потому что несколько раз я готовил музыку, ехал в путешествие, зная, что вот это я сделаю так, но когда я приезжал, я понимал, что там вообще другая атмосфера, там вообще в воздухе другая музыка, в заведениях другая музыка, и все будет обязательно по-другому, именно как я почувствовал в моменте. Вот для меня это самое важное, поэтому я не делаю ни заготовок, не делаю ничего специального, ничего не подгадываю, и уж тем более никогда не действую ничего, чтобы было на хайпе или что-то такое. Меньше всего мне это интересно, меньше всего. У меня такие прекрасные люди, и мне не хочется ни в коем случае вас каким-то хайпом к себе привлекать. Я буду медленно, но верно идти по своей дорожке, комфортно. Вот, а если это кому-то нравится, если вы получаете информацию и тоже приедете отдыхать, так это огромное счастье. Это все, конечно, такой видеодневник для меня, но, тем не менее, люди это смотрят и радуют меня своими комментариями, своими письмами, своими впечатлениями, своими эмоциями, общением и так далее, так далее. Все это прекрасно, и все это, конечно же, бесценно, абсолютно бесценно. Побольше подумайте, посидите и почувствуйте, как вы чувствуете себя, как вы чувствуете гармонию и как вы чувствуете, что будет хорошо. Вы как чувствуете, так и делаете. Никогда не делайте, как надо кому-то, уж тем более кому-то. Делайте, как вы чувствуете, как нравится вам. Живите, как нравится вам, и обязательно будет складываться жизнь ваша для вас. Она, наверное, кому-то еще тоже понравится, но это очень маловажно, потому что самое главное, чтобы вам нравилось. Самое главное, чтобы вы гармоничны были сами с собой. Это очень важно. Вот такая вот мысль, не знаю почему, просто захотела с вами поговорить. Я читаю комментарии под моим последним видео с острова Лепе. Мне очень приятно, вы мне пишете очень приятные отзывы, очень приятные комментарии. Вот. И, конечно же, все это всегда стимулирует. И, конечно же, чем больше я этого читаю, тем больше я знаю своего зрителя. Пойду искупнусь, не буду вас сильно напрягать. Посмотрите что-нибудь красивое, пока я буду купаться. Что, друзья, это видео и мое путешествие подходит к концу, оно было абсолютно невероятным. В этот раз мне очень повезло. Я, наверное, думаю, что я был недостаточно эмоционален на острове Лепе, только потому, что Лепе подарила мне только один солнечный день. Но, тем не менее, остров Лепе был абсолютно невероятным. Обязательно посмотрите мое предыдущее видео. На сегодня я на острове Тау. Это другие впечатления, это другая жизнь. Это другая энергия и другая атмосфера. Здесь отдыхают студенты, в основном девчонки. Поэтому остров очень студенческий, очень добрый, очень молодой. Очень много улыбок, очень много тепла, очень много добра. И слезы, и расставания, и поцелуи. Чего я только не видел, абсолютно невероятно. Люди переживают свои самые яркие эмоции. На этом острове я это вижу, я это чувствую, мне это очень нравится. Я вообще очень люблю смотреть на людей, наблюдать за людьми. Очень интересно. Я вот лежу у себя, значит, на балконе. Отдельная жизнь, отдельные истории проплывают. Счастливые, в скандале, в радости, в печали, в экстазе и так далее, так далее. Абсолютно невероятно. Все это можно прочувствовать, все это можно увидеть. Вы самое главное путешествуйте. Самое главное путешествуйте, потому что это самые яркие эмоции, это самая ваша яркая жизнь, это самые лучшие воспоминания, это самые-самые яркие впечатления, которые запомнятся вам навсегда.
многое что не запомнится, бытовуха вообще пролетит как один день, а вот путешествия останутся в памяти надолго. Поэтому я буду очень благодарен за ваши лайки, за ваши комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, который называется Ринат Таиланд. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Потому что если вдруг сегодня вы не путешествуете, то обязательно посмотрите мои видео. Я надеюсь, что я заряжу вас, я надеюсь, что я подарю вам надежду, подарю вам эмоции, подарю вам красоту, и вы обязательно приедете в одну из локаций, которую я показываю. С вами был Ринат Таиланд из Таиланда. С огромной любовью и до очень скорой встречи. Пока-пока! Ah.